Люсия, ты знаешь, почему ты здесь? Наверное, просто не повезло. Была девушка и ты. Она сказала, что мне не безразлично. Она старается сделать мой мир так, как она думала, что должно быть. Да, мы были в отчаянии. Просто счастливые путешествия. Если я влюблюсь, это долгая дорога. О, Господи! Надеюсь увидеть вас в следующих видео. Ну, смотрите, кто вернулся. Единственный способ, как мы сможем с этим справиться, это когда мы держимся вместе, как команда. Доверяй. Христос. Если тебе понравилось видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Так я пойму, что тебе это нравится, и я попробую сделать более качественный перевод на русский с помощью нейросети. Я использовал бесплатную версию, поэтому пришлось склеивать две разные сгенерированные подборки озвучки. Но если видео наберет 1000 лайков или 10 тысяч просмотров, я продолжу этим заниматься и уже попробую купить платные нейросетки, и будет больше новых трейлеров видеоигр с русской озвучкой. Ну и я также хочу пройти GTA 5 на своем втором канале The Alex Play с русской озвучкой. Вот, можешь просто на ютубе набрать Alex Play, ты найдешь мой второй канал. Там я снимаю разные игры, стримлю, вот, и попробую пройти GTA 5 с русской озвучкой. Есть пара вариантов, которые можно провернуть, и будет забавно, я думаю. Всем до скорого, пока-пока, надеюсь, тебе нравится контент.